Всех приветствую, меня зовут Гута Вольга. Я живу на острове Крит и занимаюсь акварельной живописью стично. Я считаю, что рисовать может каждый. Поэтому главное – это желание научиться и, конечно же, немножечко терпения и смелости. Проработаем разные техники, штриховки. Мы поработаем с различными деталями, фактурами. Также целью этого урока является возможность научиться быстро передавать свои мысли и идеи. Мы обязательно научимся таким понятиям, как воздушная перспектива, научимся писать по-мокрому, передавать объемы, контрасты, плановость. Я уверена, что у вас все получится. Главное посмелее, с хорошим настроением. Ну и давайте уже скорее начнем.